Владимир Путин отметил, что рождение Центральной избирательной комиссии и ее представительств в регионах тесно связано с принятием Российской Конституции, которая в этом году отметит свой четвертьвековой юбилей. За это время в стране проведено 14 крупных избирательных кампаний, 7 по выборам в Государственную Думу, 7 по выборам президента Российской Федерации, более 1000 кампаний в органы власти субъектов Федерации и свыше 100 тысяч муниципальных. Избирательными комиссиями всех уровней накоплен огромный практический опыт. Выборы стали востребованными. Любые изменения в избирательной системе должны укреплять принципы открытости, честности и прозрачности всего выборного процесса. Его независимости от какого-либо вмешательства, как внутреннего, так и внешнего со стороны других государств. Подчеркну, никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании. Любое незаконное вторжение в ход выборов в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться. 16 лет в избирательной системе, 8 избирательных кампаний. Профессиональный багаж председателя Ульяновского регионального избиркома внушает уважение и дает право выступить перед коллегами вслед за президентом страны и непосредственным руководителем Эллой Панфиловой. Юрий Андриенко продолжает мысль о доверии к выборам и особой роли молодежи в этом процессе. Замечает, что одна из задач в регионах и в целом по стране – активная работа с будущими избирателями. А кроме того, важно пробовать новые подходы к организации кампании и осваивать новые технические возможности. Ульяновцы поручили мне передать нынешней имениннице в нашей избирательной системе пожелание распространить возможность голосования по месту нахождения вне зависимости от уровня выборов даже за пределами своего избирательного округа. Я и мои коллеги, а мы об этом вчера говорили, не сомневаемся, что российская избирательная система будет развиваться и находить новые точки согласия с гражданами. А компьютерные технологии позволят осуществить то, что вчера еще казалось фантастикой.